18 июня состоится очередной матч первого этапа чемпионата ДНР по футболу «Химик Горловка» «Оплот Донбасса» «Донецк». В турнире участвуют всего 8 команд. Горловский «Химик» сыграл 6 матчей, 3 из которых завершились победой. На сегодня команда занимает 5-е место турнирной таблицы. Депутаты Народного совета ДНР от города Горловки, а также помощники депутатов совместно со спортивной общественностью приняли участие в организации обустройства стадиона шахты имени Калинина. Благодаря усердной и плодотворной работе порядка 5000 фанатов футбола могут поболеть за свою любимую команду уже в эту субботу. Во вторник, 14 июня, перед контрольно-пропускным пунктом Зайцево со стороны республики, одной из пассажирок, стоявших в автомобильной очереди, стало плохо. Женщине вызвали скорую и оказали первую медпомощь представители службы «Врачи без границ». Однако спасти ее не удалось. Карета скорой помощи по прибытию констатировала факт смерти. В субботу, 11 июня, Минобороны Республики осуществила гуманитарную помощь по доставке 5 тонн муки в Богоявленский кафедральный собор города Горловки. Из муки будут выпекать хлеб, который предназначен для малоимущих и многодетных семей. Минобороны Республики продолжает раздачу гуманитарной помощи населению ДНР.